Эфир информационного канала «Севастополя» продолжается. На очереди программа «В контексте». Сегодня говорим об особенностях удостоверения соглашения об уплате алиментов с нотариусом города Севастополя Андреевской Еленой Аркадьевной. Здравствуйте, Елена Аркадьевна. Не будем тратить время. Первый вопрос. А возможно ли договориться о размере и порядке уплаты алиментов, минуя суд? Алименты, то есть средства, которые по закону обязаны платить родители, дети, супруги, чаще всего взыскиваются по решению суда. И действительно, при словосочетании взыскания алиментов многие из нас сразу представляют долгие судебные тяжбы. Однако есть возможность у лица, которое обязано платить алименты, и у получателя алиментов договориться между собой, причем определив оптимальные условия для обеих сторон. То есть это размеры, срок и порядок уплаты алиментов. Ну а в чем преимущество соглашения об уплате алиментов, минуя суд? Ну, помимо более простой формы, о которой я упомянула выше, то есть минуя все судебные процедуры, есть еще ряд преимуществ. Ну, во-первых, очевиден интерес получателя алиментов, потому что чаще всего в соглашениях об уплате алиментов устанавливаются условия, которые более выгодны для получателя алиментов по сравнению с теми, которые были бы присуждены ему по судебному решению. Ну, в первую очередь это касается размера алиментных платежей. Однако и у плательщика алиментов тоже есть интерес, который кроется в том, что он может избрать для себя наиболее удобный способ оплаты алиментов. Ну, про оплату алиментов и способы мы еще ниже поговорим, да. А вообще краткое содержание вот этого соглашения. Алиментное соглашение – это договор, который заключает между собой лицо, обязанное платить алименты, и получатель алиментов. Кто у нас является плательщиками алиментов? Ну, прежде всего, это родители несовершеннолетних детей. Самая наиболее распространенная ситуация. Однако следует знать, что плательщиками алиментов являются также родители совершеннолетних, нетрудоспособных, нуждающихся детей. Затем дети обязаны по Семейному кодексу содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся родителей. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Если один из супругов этого не делает, то второй имеет право на получение алиментов. Это нетрудоспособный нуждающийся супруг, это жена, которая является беременной или имеет ребенка до трех лет, так. И тот из супругов, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом до достижения 18-летнего возраста. То есть в данном случае право на получение алиментов имеет как сам ребенок, так и супруг. Понятно. Ну, а вот форма, в какой форме вообще должно заключаться соглашение? Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. То есть, если оно не удостоверено нотариально, оно является ничтожным, то есть не порождает никаких правовых последствий. Причем для признания такого договора недействительным нет надобности обращаться даже в судебные органы. То есть оно как таковое сразу с момента его заключения признается недействительным. Ну, это если просто вот люди сели, там записали, да, то есть, и не обращались ни к нотариусу. Никого. Да, то есть этот договор, он будет сразу ничтожным, он не влечет никаких правовых последствий, его нельзя предъявить к исполнению. Вот здесь я немножко скажу о том, что соглашение об уплате алиментов, оно имеет силу исполнительного листа. То есть лицо, которое является получателем алиментов, оно может сразу с этим соглашением непосредственно обращаться к судебному приставу-исполнителю или к лицу, или к органу, которое осуществляет выплату заработной платы или иного дохода плательщику алиментов, и может миновать все судебные процедуры. То есть соглашение об уплате алиментов, оно равно исполнительному листу. Ну а какой порядок заключения соглашения? Ну, прежде всего, стороны должны договориться о всех существенных условиях, которые они хотят включить в соглашение об уплате алиментов. Когда стороны достигли согласия между собой, им необходимо, как я уже сказала, явиться к нотариусу. Нотариус составит текст договора, включит все эти условия в договор, проверит, имеют ли стороны право на заключение этого договора, проверит, соответствуют ли условия, которые они хотят включить в этот договор, требованиям закона. Так. После этого договор будет вычитан, подписан сторонами и нотариально удостоверен. Вступает этот договор в силу с момента нотариального удостоверения, то есть как только стороны подписали, нотариус удостоверил, отдал сторонам их экземпляры договора, с этих пор возникает у плательщика алиментов обязанность платить, у получателя алиментов возникает право получать эти алименты.
Если одной из сторон по договору, по соглашению об уплате алиментов является недееспособное лицо, ну, в частности, например, малолетнее лицо, то за него действует законный представитель, то есть родитель. Поэтому по договору сторонами будет являться родитель и ребенок, а подписывать договор будут оба родителя. Угу. Если одной из сторон будет являться несовершеннолетний ребенок, то есть от 14 лет, то будет договор подписывать он сам, согласие второго из родителей. То есть это тоже необходимо знать, если ребенок несовершеннолетний, его надо с собой привести к нотариусу, принести свидетельство о рождении, подтвердить то, что он является ребенком. Ну, соответственно, он сторона договора. Хорошо, каким образом можно расторгнуть или изменить этот договор? Расторгнуть или изменить соглашение об уплате алиментов можно в любое время, но только по взаимному согласию сторон. То есть только если стороны пришли к согласию, хотят изменить какие-то пункты, хотят прекратить действие этого договора, они вдвоем приходят тоже к нотариусу и вдвоем заключают новое уже соглашение о расторжении или об изменении соглашения об уплате алиментов. То есть оно тоже обязательно заключается в нотариальной форме. А, то есть невозможен отказ односторонний, да, от соглашения об уплате алиментов? Односторонний отказ или одностороннее изменение условий соглашения об уплате алиментов по Семейному кодексу невозможно. Однако существуют случаи, когда суд может изменить условия соглашения об уплате алиментов. Это происходит в случаях, когда существенно меняются условия материальные или семейные. Ну, то есть это может быть там, повышение уровня дохода или понижение уровня дохода. Это может быть новый брак. То есть суд рассматривает совокупность всех этих условий и может внести изменения в соглашение об уплате алиментов. А тогда он уже будет действовать с этими изменениями. И причем изменения эти могут касаться как увеличения размера, так и уменьшения, например, размера алиментов. То есть это тоже нужно знать, что сторона имеет право, если она считает, что условия изменились, она имеет право обратиться в суд, независимо от того, что соглашение об уплате алиментов заключено, и попросить изменить или расторгнуть соглашение об уплате алиментов. Хотя по общему правилу соглашение об уплате алиментов уже лишает сторону права обращаться в суд. То есть если других каких-то условий нет, то уже обращаться в суд за взысканием алиментов нельзя, они уже определены в соглашении об уплате алиментов. Понятно. Затем суд может также признать этот договор недействительным. В частности, это происходит в случае, когда размер алиментов, который выплачивается несовершеннолетнему ребенку, меньше размера, который должен был бы выплачиваться по решению суда. То есть, да, нюансов достаточно много, но а какой размер алиментов можно указывать в этом соглашении? Размер алиментов устанавливается по соглашению сторон. Однако существуют случаи, вот о котором я сказала выше, когда алименты уплачиваются несовершеннолетнему ребенку. В этом случае они не могут быть ниже тех, которые были бы присуждены ему по закону судом. Ну, в частности, это 1/4 от дохода или от заработной платы родителя на одного ребенка, 1/3 дохода на двоих детей и половина заработка на трех и более детей. То есть это существенное условие договора, которое подразумевает, что меньше этого размера в договоре установить нельзя. А способы оплаты какие можно установить в соглашении? Способов оплаты достаточно много, и Семейный кодекс предусматривает большой перечень. Перечень это остается открытым, ну, в частности, это может быть, как я уже сказала, доля к доходу лица, которое обязано уплачивать алименты. Это может быть твердая денежная сумма, которая выплачивается периодически, ну, в частности, раз в месяц часто устанавливают стороны. Это может быть твердая денежная сумма, которая выплачивается один раз, то есть такое тоже возможно. Это может быть передача имущества, это может быть выполнение работ, услуг и любые иные способы, которые не запрещены законом. То есть это может быть передача продуктов, то есть любой способ может быть предусмотрен. Также может быть совокупность всех этих способов. То есть, например, может в соглашении об уплате алиментов быть предусмотрено, что лицу, получающему алименты, предоставляется в собственность, например, квартира, а также еще положены ежемесячные платежи. Если уплата алиментов устанавливается в денежном выражении, то необходимо указать порядок осуществления такой оплаты. То есть это будут или наличные деньги, передача наличных денег, или пополнение банковского счета, или пересылка почтовым переводом, ну и так далее. То есть необходимо установить это. Затем также целесообразным является установление места исполнения этого обязательства. То есть это может быть или там определенный банк, или просто определенный город. Но все это необходимо, чтобы в дальнейшем избежать судебных споров.
Затем также можно предусмотреть, какие документы будут подтверждать оплату, уплату алиментов. Это могут быть или заявления от лица, которое получает алименты, или какие-то чеки, или какие-то выписки с банковских счетов. То есть это необходимо прописать в договоре. Если уплата алиментов подразумевает выполнение каких-то работ, услуг, то необходимо указать содержание этих работ, услуг, качественные характеристики, сроки. То есть все должно быть указано достаточно четко, чтобы в дальнейшем избежать споров. Потому что, чтобы не было лишних вопросов. Да, потому что обычно стороны, которые обращаются за заключением такого соглашения, хотя они и достигли определенных условий, но тем не менее всегда это их равновесие достаточно шаткое. То есть когда условия хоть немножко меняются, то сторона начинает обращаться в суд, поэтому все должно быть предусмотрено максимально четко и ясно в договоре. Понятно. Но индексировать можно ли размер вот этих алиментных платежей? Да, возможно установить индексацию алиментов в соглашении об уплате алиментов, но то есть какие-то могут быть способы. Может быть привязка к минимальному размеру оплаты труда, например. Может быть установлены определенные проценты, на которые будет повышаться размер алиментов ежегодно или ежемесячно. Может быть привязка к росту цен, то есть любые непротиворечащие законы способы индексации. Однако даже если этого не будет предусмотрено в соглашении об уплате алиментов, закон защитил получателя алиментов и предусмотрел, что в любом случае индексация алиментов проводится. То есть соглашением об уплате алиментов можно идти к судебному приставу-исполнителю или к лицу, которое выплачивает заработную плату или доход плательщику алиментов, и оно обязано произвести индексацию, которая пропорциональна величине прожиточного минимума. То есть индексация в любом случае будет проведена. Естественно, они не будут оставаться одними и теми же на протяжении многих лет. Угу. Какова стоимость удостоверения нотариусом вот этого соглашения об уплате алиментов? Стоимость удостоверения соглашения об уплате алиментов не зависит ни от размера алиментов, ни от срока, на который заключается договор. На данный момент она фиксированная, составляет 5250 рублей. Угу. На данный момент это такая стоимость. Мы сейчас ждем изменения тарифов, может что-то изменится, но в любом случае больше, я думаю, она не будет. Куда могут обратиться телезрители наши? Можно обратиться к любому нотариусу, то есть никакой территориальности здесь нет. Угу. Любой нотариус, единственное, как я сказала, заранее определить все условия, все способы, размеры, порядок, то есть уже к нотариусу приходить с готовыми условиями для заключения этого договора. Спасибо большое, Елена Аркадьевна, за то, что пришли в студию и рассказали такую полезную информацию. Спасибо. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.